Какие вы красивые, нарядные! Какие костюмы на вас замечательные новогодние! Ребята, давайте в ладошки себе дружно похлопаем! Ай, да молодцы! Ребята, а скажите мне, пожалуйста, у вас хорошее, веселое новогоднее настроение? Да! А погромче? Да! Вот теперь я вижу, что хорошее. А вы Новый год готовы встречать? Да! А еще дружнее? Да! Молодцы! Итак, не будем терять время даром, будем веселиться и играть, наш веселый праздник начинать. Итак, ребята, Дедушка Мороз в пути у нас пока идет в своем лесу дремучем, а нам, чтобы он нас услышал, нужно сыграть в его самую любимую игру. Вставайте скорее со своих стульчиков, диванчиков, поближе все ко мне. А по-другому она еще называется «Разминка, кричалка и махалка». Сейчас, ребята, все движения в точности этой игры повторяйте разминку. В ладошки все захлопали друг друга. Сердце, я смотрю, кто лучше. Так, ногами все затопали, как маленькие бегемотики. Топаем, топаем ногами, все. Вот молодцы, по коленкам постучали. По коленкам постучали, стучим. Вот так, головою покачали, как мишки косолапые. Вот, ну-ка, я смотрю, кто из вас лучше. И ручками замахали, как маленькие птички. Вот так обеими ручками машем. И очень громко закричали. Молодцы. А теперь захохотали. Вы, ребята, не устали? Нет. А теперь начнем, детишки, прыгать дружно, как зайчишки. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь до пола приседать. Приседаем, кто ниже, а я смотрю, кто из вас ниже всех приседает. Все молодцы. А теперь, друзья, опять можно громко закричать. Молодцы. В ладошки захлопали себе дружно. Ай да умницы. Дружные ребята, веселые. Но чтобы Дедушка Мороз окончательно пришел к нам на елочку, нужно спеть его самую любимую песенку. Как она называется? В лесу родилась елочка. Правильно, есть у дедушки такая песенка. А еще какая любимая у него? Елочки холодно зимой. Замечательно, абсолютно правильно. Вы знаете слова этой песенки, ребята? Да! Помните все? Да! Молодцы, тогда встаем в один большой-большой кружок, в один большой широкий круг, яблоки холодно зимой. Пошли по кругу! Сейчас посмотрим, кто это. Это я зарничаю, это я шучу, немножко шалю. Это я, бабушка Яга. Пригласите меня на праздник, шалить перестану, да еще вам подарок подарю. Ну что, ребята, пригласим бабушку Ягу на праздник? Да! А дружнее? Да! Ай, да молодцы, своей доброте в ладошки похлопаем, какие мы добрые. И добрые. Похлопаем в ладошки бабушки Еге, вот она какая. Ну где же вы, девчонки, прямые юбчонки. Ну где же вы, мальчишки, топливые носишки.
Стой! Клянусь соленым мухомором, такой красивой елки я отродясь не видала. Бабушка Яга, ты почему с ребятами не здороваешься? Ой, забыла, забыла. Привет, отличники. Здорово, озорники. Это как же я с вами поздороваться забыла? А все потому, что у меня этот... дихлофос. Какой еще дихлофос, ребята? Какой дихлофос? Совсем. А, хлорофос. Еще лучше. Ой, нет. А, завхоз памяти. Завхоз памяти. Ребята, давайте дружно посмеемся над ней. Какой завхоз памяти, бабушка Яга? Да склероз у тебя, вот что, старушка. Точно, точно, мохнатенькая. Кстати, ты лучше не дразнись. Ты скажи прямо, где твой новогодний подарок, который ты ребятам приготовила? А, тут он со мной, вот в узелочке. Ну, в узелочке доставай, мы хотим посмотреть, что ты там ребятам приготовила. Сейчас, сейчас достану. Обалденная бутылочка. Я ее на Медне в Бельчьем гнезде отыскала. Ну чё, хорош подарочек-то. Ребят, разве хорош подарочек? Нет! Конечно нет. Кстати, бабушка Яга, интересно, а что в твоей бутылочке? Может быть, ты какое-нибудь волшебство коварное туда запрятала? Я не знаю. Я ее не открывала. Ну тогда открывай. Пусть откроет. Правильно, ребята? Да! Открывай, бабушка Яга. Сейчас открою. Всем своим врагам. Трепещите, мои враги, трепещите. Ребята, да это, по-моему, самый настоящий джин из сказки. А что это значит? Это значит, что он сейчас исполнит три наших любых желания. Правильно, джин? Желания? И с чего захотели? Я исполняю только свои желания. И вот мое первое желание. За то, что вы освободили меня из этой бутылки, я... нашлю на тебя, мерзкая девчонка, злое заклинание, и ты окаменеешь навечно. Ничего у него не получится, правда, ребята? Да! Не получится? Не верите? Ну так смотрите же, шири-мыри двигаться. Меня, короля джинов, Абу Шайтан 78-го. Ничего я не боюсь, кроме детского смеха, игр, песен и веселья. Вот так вот. А что это у вас тут за пальма наряженная стоит? А? Это ёлка. Ёлка? Так у вас Новый год? Да. Терпеть не могу Новый год. Терпеть не могу. Эй, ты, всемогущий джин, как тебя там, гад-шайтан? А Новый год не так уж плох, всем подарки дарят. А это еще что за сморщенное чучело в платке? Ребята, ну-ка скажите ему, кто я такая, а? Баба-яга! А? Баба-яга? Это какое-то сморщенное чучело. Сам ты чучело. Слушай, ты, шайтан-баран, я тебе предлагаю объединиться. Я ведь тоже лазил как-никак. И вот, так мы с тобой команду создадим свою и будем Новый год справлять. Ты будешь этот шайтан Дед Мороз, а я буду Шахерезад Снегурчиком. А ну-ка иди отсюда, глупое чучело. Ты мне не нужна. Я стану один правителем вселенной, и все подарки мира станут моими, и Новый год наступит только для меня. А сейчас я улетаю за всеми подарками мира.
Да, я джин, улетаю за всеми подарками мира. Скажу, ребята, я вам, я джин Абдур-Рахман. Я Новый год не терплю, в бутылке уже не сижу. Я знаю точно, знаю наверняка, что натворю я только злые дела. Ребят, не выношу, а елочку сожгу. Ха-ха-ха, ну ладно, сожгу я елку потом, а сейчас я улетаю. Ого, вот этот шайтан-баран. Теперь жива осталась. Ну что ж делать-то? Надо Снегурочку оживить. Ребят, вы мне поможете? Да! А дружнее? Да! Итак, слушайте внимательно. Когда я скажу слова такие вот, скорее, Снегурка, оживи, вы должны дружно, громко захлопать в ладошки, а то заклинание не сработает. Поняли? Да! А еще дружнее? Да! О, совсем другое дело. Эх, видел бы этот Абу-Дабу, что я тоже кое-что могу. Курли-мурли, раз, два, три, ширли-мырли, 33. Ёлка, ветки, не криви, скорей, Снегурка, оживи! Как получилось? Бабушка Ига, а что это за мной такое было, интересно, а? Да тут этот шайтан-баран прилетал и тебя заколдовал. Какой еще шайтан-баран? Ребята, а кто это такой? Я что-то вот все забыла. Джин! Да джин вспомнила. Вот посмотрела на эту бутылочку твою, Баба-Яга, подарочек твой новогодний, и вспомнила. Как же ты принесла нам на елку такой отвратительный подарок. Ну, посмотри, посмотри, сколько ребят собралось. Как же Новый год-то мы будем встречать, если джин нам будет мешать? Вот теперь думай, ты колдунья, ты и придумай, как праздник из беды выручать. Так ты что? Тут же страшное колдовство. Тут не спасать, тут самим спасаться надо. Бабушка Яга, ну-ка иди обратно. Ишь, какая прижила, подарочек нам такой оставила и уйти собралась. Наверное, у тебя в запасе есть какие-нибудь страшные таинственные заклинания. Вспоминай, придумай что-нибудь в конце концов. Надо подумать. Вспомнила! Ай да я молодец, ай да я умница! Ну что ж ты вспомнила, расскажи нам с ребятами. Этот шайтан-баран ненароком обмолвился, что он очень, прям очень боится игр, веселья, песен, смеха и т.д. и т.п. Молодец, бабушка Ига. Ребята, давайте ей за это в ладошки даже похлопаем. Придумала. Молодец. Будешь нашей доброй помощницей в борьбе с джином. Итак, ребята, если мы на этом празднике будем играть, участвовать во всех конкурсах активно, петь, танцевать, то мы с джином Абдур-Рахманом справимся. Вы согласны, ребята? Да! А дружнее? Да! Молодцы. А теперь я проверю. Ребят, вы сильные? Да! Отважные? Да! Умные ребята? Да! Ай да молодцы! Справимся мы с этим джином, и волшебная сила, ребята, с каждым новогодним испытанием будет к нам прибавляться. Итак, первый новогодний конкурс танцевальный, марафон. Встаем скорее в один широкий... Теперь все вместе пойдем по кругу. Идем за Снегурочкой и Бабушкой Ягой. А вот, ребята, ламбада. Давайте возьмем друг друга за поясочек и пойдем по кругу. Друг дружку берем, цепляемся и идем по кругу. Они молодцы, как настоящие бразильские танцоры на мексиканских дискотеках. Молодцы, и пританцовывают так.
теперь одной ручкой побольше вот так. А теперь другой побольше. А, идем, идем. А теперь обеими будем махать. А теперь ладошки попробуем над головой. А теперь закружимся все вместе. Потихонечку, молодцы. А теперь высоко подпрыгни. А теперь громко-громко крикни. И спускаемся в присядочку. Цыганочка. Вот, смотрите, повторяем движение за бабушкой Егой. Ладошки посмотрим. Ножками потопаем. Стоп, 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 стоп. А теперь закружимся. А теперь садимся на коней и поскакали по кругу. Ковбойский танец, как настоящие ковбои. Садим, садим, садим по кругу. А теперь громко крикнем «Эгегей!». А еще громче. Молодцы, скачем. А теперь развернули коней в другую сторону, скачем. Последний танец, ребят, рок-н-ролл. Приседаем до самого пола. Смотрите, как Снегурочка приседает на ладошке. А теперь настоящая игра. Ручки вверх, все подняли опять. На старт! Внимание! Марш! Ребята, давайте дружно себе закричим «Ура!». Ай да молодцы! У меня для ребят тоже конкурс есть. Еще одно новогоднее испытание? Да. Ну скажи, какое? Загадки. Так, ребята, загадки. А мы с вами загадки любим отгадывать. Да! А еще дружнее? Да! Молодцы. Ну, бабушка Яга, говори условия конкурса ребятам. Объясняю условия этого конкурса. Я очень любила. Шапочку красную ей подарила. Девочка имя забыла свое. А ну, подскажите, как имя ее? Правильно, давайте похлопаем в ладошки. Первые отгаданные загадки. В ладошки. Следующая загадка. Хожу в пушистой шубке. Живу в густом лесу. В лесу на старом дубе орешки я грызу. Ай, да молодцы, с этой загадкой справились. Давайте похлопаем сами себе в ладошки. Следующая загадка. Летом ходит без дороги между сосен и берез.
А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос. Правильно, медведь, давайте ладошки попробуем. Ай да умницы. И последняя загадка очень трудная, будьте внимательны. Слушаем внимательно, ребята. Ускользает, как живое, но не выпущу его я. Белой пеной пенится, руки мыть не ленится. Что? Правильно, мыло со всеми загадками. Ладошки захлопали. Ладошки похлопали. Какие молодцы. Молодцы. Ты видишь, бабушка Яга, как они здорово все отгадали. Ребята, да, давайте, чтобы напугать джина, затопаем на него громко ногами, как маленькие бегемотики. Вот как мы потопали. Давайте кулачком ему еще вот так погрозим, да? И закричим: сдавайся! Сдавайся! Вот так вот. Бабушка Яга, уж не кажется ли тебе, что мы одолели джина? Думаю, одолели. Что я слышу? Одолели? Фигу вам с маслом. Я не победим. А этим вы меня еще больше разозлили. Вот соберу подарки со всего мира. Прилечу к вам и всем вам крышка. Бабушка Яга, да не бойся ты. Ты лучше придумай что-нибудь. Ведь есть у тебя, наверное, в запасе такие страшные, пристрашные заклинания волшебные. Помоги нам с ребятами. Нет, а что я могу? Ну что я, бабушка Яга, могу против этого иностранца заграничного предпринять? Ведь он король с образованием. А мы вот, в частности, академиев не кончали. Наше отечество волшебство против него бессильно. Образование-то у меня среднеболотное, честно. Бабушка Яга, ну хоть и образование у тебя среднеболотное, а вот я все-таки знаю, как справиться с этим джином. Я придумала, если мы сейчас с ребятами справимся с самым коварным и трудным новогодним конкурсом, то мы точно джина одолеем. А называется этот конкурс, бабушка Яга, угадай мультфильм. Ребята, любим мультфильмы смотреть? Да! А дружнее? Да! А отгадывать любим? Да! Справимся и с этим новогодним конкурсом. Бабушка Яга, объясняй условия ребятам. Итак, объясняю условия этого конкурса. Сейчас будут звучать музыкальные отрывки из разных мультфильмов. Вы должны внимательно выслушать отрывочек до конца, а потом сказать, из какого мультфильма прозвучал музыкальный отрывочек. Только дружно и хором. Поняли? Да! А еще дружнее? Да! Вот так вот. Итак, у меня тут радиоприемчик соответствующий имеется. Даже радиоприемничек новогодний есть. Не надо. Итак, первая мелодия. Слушай, внимательно, мы ее отгадываем. Многие уже знают, молодцы. Ребята, здесь все знают, что это за мультфильм. Итак, дружно скажем. Давайте похлопаем первую угадную мелодию. Какие знатоки попали? Следующий мультфильм слушаем внимательно. Сами себе в ладошки дружно похлопаем. Ай да молодцы. Следующий мультфильм. Очень сложный мультфильм, ребят. Вспоминаем все мультики, которые вы смотрели. Думаем, что же это за мультфильм. Мы бандиты. Гангстеритом и кассетом пистолетом. Ой, ес. Мы стрелянто, убиванто, украданто, то и это. Ой, ес. Банко тресто президенто. Ограбранто, ур моменто. Ой, ес. Итак, ребята, приключения.
С этой трудной мелодией справились. Давайте еще раз. Ладошки себе заглушим. Сложили мелодию, но справились. Следующий слушай внимательно. Сейчас зазвучит отрывочек музыкальный. Уже многие догадались. Молодцы! Мультфильм. Наверняка его все смотрели. Итак, ребята, скажем. Ай, да, мальцы, конечно. Лена, давайте сами себе громко в ладошку похлопаем. Со всеми мелодиями справляем. И да, голове моей копилки, да, да, да. Но хотя там и опилки, но причалки и мотилки, а также мелкие крепкие запилки, сочиняю я неплохо иногда. И? Да. Дружно. Давайте сами себе в ладошку поместим. Говорят мы такие-буки, как вы носит на земля. Поем! Знаете, что ли, карты в руки, под опять на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Помогаем ладошки себе, ай да умницы. А теперь давайте еще раз джина напугаем, затопаем на него ножками громко и закричим: джин, сдавайся! Джин, сдавайся! Вот так вот, присядем, присядем, ай да молодцы, ребята, здорово мы его напугали. Ну что, бабушка Яга, чтобы окончательно справиться с джином, нужно его снова запрятать в бутылку, правильно? А он туда полезет? А если мы его сюда вызовем, у нас уже много волшебной силы с ребятами. Мы с ним справимся и опять запрячем его в бутылку. Ага, сейчас вот он сюда прилетит и всех нас в мокриц превратит. Ну, бабушка Яга, ну как тебе не стыдно? Такая взрослая, сколько в дремучем лесу своем прожила и боится. Ребят, мы боимся джина? Нет! А еще громче? Нет! Конечно, нет. Ты лучше давай-ка мне сюда бутылочку. Ты тем временем вспоминай свое волшебное заклинание, чтобы вызвать джина к нам сюда. А я, ребята, потру эту бутылочку, как в старых-старых сказках, когда джина вызывали. Вспомнила бабушка Яга? Угу. Давай. Ах, вы мерзкие черви! Да как вы посмели прикоснуться к моей бутылке? Сейчас я вас всех превращу в мокриц. Бабушка Яга, скорее говори волшебное заклинание. Возвращай время до начала праздника. Что такое? Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй с нами белый свет. Пусть земля вращается, время возвращается. Ребята, получилось у нас. Давайте дружно закричим «Ура!» И захлопаем ладошки тебе дружно. Молодцы! Ребята, с помощью вашей, с вашей смелостью, с вашей ловкостью мы справились с джином. Ну и бабушка Яга нам помогла. Давайте ей тоже в ладошки похлопаем. Она была нашей доброй помощницей. Итак, ребята, в честь того, что мы победили, наш праздник продолжается, и мы должны станцевать веселый-превеселый танец. Его очень любит Дедушка Мороз. А еще, ребята, у Дедушки Мороза, открою вам секрет, есть любимая, модная, суперпопулярная поп-группа. И моя тоже любимая. И бабушки Яги, догадайтесь, какая? Руки вверх! Прощайте, руки вверх! Мы сколько выходим танцевать, но скорее! Все попрыгали на правой ножке, а теперь на левой, а теперь на куб сразу выше елки. Ай, да молодцы! А теперь правой ручкой потрясем, левой ручкой потрясем, куня сразу потрясем.
Дело-то не слышит нас Дедушка Мороз. Видимо, не очень хорошо мы его позвали. Давайте попробуем еще разочек. Наберем в легкие побольше воздуха. Что же это такое? Не слышит дедушка еще. А вот услышал, ребята, похлопаем в ладошки скорее. Хлопаем, встречаем Дедушку Мороза аплодисментами. Спешит, торопится на праздник. Здравствуйте, дорогие внучата. Здравствуйте, мои хорошие, мои замечательные. Давайте поздороваемся со мной, скажем здравствуйте. Итак, 3, 4. Здравствуйте! Ай да молодцы, какие прекрасные внучатки, какие нарядные костюмы у вас, замечательные. Похлопаем себе в ладошки дружно-дружно. Ну как вы тут, ребятки, без меня Новый год отмечали? Хорошо ли вам было? Да! Весело ли вам было? Ай да молодцы, ребятки. Здравствуй, моя внученька Снегурочка. Здравствуй, дедушка. Заждались мы уже тебя с ребятами. А что такое, внученька? Да мы веселились, хотели праздник праздновать. А тут пришел джин, прилетел из страшной сказки. Хотел праздник испортить. Но с помощью ребят и бабушка Яга немножечко нам помогла. Мы с ним справились, Дедушка Мороз. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятки, знаю я этого джина. Такой проказник, все бы ему испортить. Значит, говорите, бабушка Яга здесь? А она вам помогала, ребята? Да! Ну что, значит, она у нас хорошая? Да! Значит, не будем превращать ее в зеленую лягушку мокрую и скользкую? Нет! Ай да молодцы, ребята, похлопаем себе дружно в ладошки своей доброте. Молодцы, браво. Ну что ж, раз вы так замечательно пели, танцевали, играли, загадки отгадывали, значит, вы заслужили, чтобы встретить Новый год. Встаем все вместе, беремся за руки в большой хоровод. Начинаем отметить. В лесу родилась елочка. Маленькой елочке холодно зимой. Совершенно правильно, у меня много любимых песенок. А сейчас мы с вами споем замечательную песню, которая будет называться «В лесу родилась елочка». Посмотрите-ка на нашу елочку, ребятки, какая она у нас красивая и нарядная. Елочка. Да, а чего на ней не хватает, как вы думаете? Так. Огоньков. Совершенно правильно, внучатки. Фонарики на ней есть, а вот огоньков на ней не хватает. Давайте все вместе зажгем сейчас волшебные огоньки на нашей елочке, чтобы Новый год пришел к каждому из вас. Как мы это сделаем? Я произнесу волшебное заклинание. Снип, снап, снуры, буры, базилюры. А вы будете за мной повторять его, а потом мы все вместе сделаем вот так вот на елочку. И только после этого звука елочка зажгется. Итак, давайте потренируемся. Итак, 3, 4. Снип, снап, снуры, буры, базилюры. Что такое? Так, это же мы тренировались. Вот теперь попробуем поколдовать. Итак. Снип, снап, снуры, буры, базилюры. Похлопаем сами себе в ладошки. Ай да молодцы, ребята, мы сразу с вами елочку зажгли. Вот и Новый год к нам пришел, вот и праздник наш получился. Ну что ж, а теперь покрепче берем друг друга за ручки. Сейчас я стану с вами в хоровод, и мы все вместе будем петь мою песенку «В лесу родилась елочка». Снегурочка для нас ее будет петь, а мы будем громко подпевать. Итак, пошли все вместе. Дедушка Мороз, вставай с ребятами поскорее в круг, они тебя так долго ждали. Идем по кругу и поем! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. А погромче! Зимой и летом стройная, зеленая была. Ведь теперь пела песенку. Спи,
Давайте все вместе встаем и беремся за руки друг с другом, ребята. И Снегурочка споет нам замечательную новогоднюю заключительную песню. А мы будем идти по кругу и хлопать в ладоши. Идем по кругу. Хлопаем. Вот и все, праздник подошел к концу, но грустить не стоит и переживай. Новый год пришел к нам в дом, Новый год пришел к нам в дом, и радостно должны мы все его встречать. Снегурочка войдет, подарки принесет, взрасверкают елки огоньки. Дракона в лоб грядет, счастливым будет год. Да здравствуют веселые дети! Ах, этот Новый год! Ах, этот Новый год! И с нетерпением его всегда мы ждем. Желаем счастья вам, ребят, знакомым и друзьям. И эту песню новогоднюю поем. И эту песню новогоднюю поем. С Новым годом вас, ребята, с новым 2000 годом дракона. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, успехов и хорошего учебы в новом году. Давайте еще раз похлопаем нашим замечательным сказочным персонажам. Бабушке и Снегурочке, ну и мне, Дедушке Морозу. А, к сожалению, дорогие друзья, нам пора уже идти в сказку, а мы приглашаем вас к праздничным новогодним столам. Ваш праздник продолжается. Приятного аппетита! До свидания! Проходите к столам!